Приветствую всех, Одесса на связи. Сегодня 2 марта 2024 года. Обстановка в Одессе. Значит, у нас ночью была воздушная тревога, я не сообщал своих ночных видео. Одессу атаковали шахедами, залетали с разных направлений. По официальной информации, которая известна, сбили 8 шахедов, 4 над море, 4 над городом. И, насколько я понимаю, один из сбитых шахедов попал в жилую многоэтажку. 9-этажный дом, панельный, вот, он очень сильно разрушен, там практически уничтожен полностью весь подъезд. 8 человек пострадало, это те, которые имеют серьезные травмы. 2 человека погибло. Сейчас продолжается разбор завала, потому что под завалами находятся люди. Вот. Сообщают о том, что под завалами находится женщина с 4-месячным ребенком. Муж этой женщины с ребенком успел спастись, он находился в другой комнате, вот, а женщина осталась под завалами. Все надеются на то, что она жива вместе с ребенком. Вот. Спасатели работают очень аккуратно, потому что могут быть дополнительные обвалы дома. Ну, получается, я так понимаю, дом панельный, и за счет того, что попал шахеду, эти дома, они очень опасны. То есть куда-то в одно место попадает, и дом полностью весь складывается. Вот, потому что даже не нужно какого-то большого заряда взрывчатки, в плане того, что сколько там в шахеде, 50 килограмм, но за счет того, что дом панельный, он просто сложился весь полностью упал весь подъезд. Это просто ужас. Соболезную всем, кто пострадал во время сегодняшней ночной атаки. Я на связи. Всем мирного неба. Подписывайтесь на канал. До встречи. Пока.